поставить свечку Андрею Миронову. За упокой поставили. Всем здравствуйте, мои хорошие! С вами естественный Ильичев Антон. Мы с вами идем на Ваганьковское кладбище, на Вагу. Завтра день рождения Андрея Миронова. Я очень сильно люблю этого актера, но мы идем сегодня к нему на захоронение, несем цветы. Почему сегодня, дорогие друзья? А потому что у нас много блогеров собралось, снимают на кладбище. И я не хочу именно в этот день там присутствовать. Вот специально поехали мы с вами не 7 марта, а 6. И я хочу, знаете, что еще? Зайти в храм, на Ваганьковском кладбище присутствует храм, поставить Андрею Миронову свечку за упокой. Если честно, я не знаю, был он православным человеком или нет. Кто знает, дорогие мои друзья, пожалуйста, в комментариях напишите. Вот у меня почему-то такое желание возникло поставить ему свечку за упокой. Все, идем на Вагу. Ну, там у нас большой храм, а мне захотелось маленький. Вот здесь маленький такой храм, но церковь маленькая. Смотрите, тут написано. Храм апостола Андрея Первозданного. Не зря вот в этот захотел. Тут девушка мне разрешила чуть-чуть снять. Вот за упокой у нас. Вот здесь, да, за упокой ставят? Сюда за упокой, да. Вот, мы сейчас зажгем. Эта свечка Андрею Миронову за упокой поставили. Вот в эту церковь я уже не раз захожу и вот познакомился вот с этой девушкой, которая там работает. Вот, и она мне разрешила. Я говорю, можно я вот Андрею Миронову свечку поставлю за упокой? Можно что-то сниму для друзей, да, потихонечку сними, то есть такая приятная. Вот, значит, я у нее спрашивал, блин, я забыл, короче, вот этот храм большой, вот он большой, да, и когда проходит отпевание, ну сейчас, кстати, как раз отпевание там будет в маленькой вот этой церкви, где мы были, у меня троит вообще по-черному, значит, вот в этом большом храме отпевание стоит дороже, чем в церкви. Вот, она мне называла сумму, я забыл. Я потом в следующий раз, если будем заходить, я у нее спрошу, вам расскажу про цену. Ну там не помню я сколько. Не помню. Вот. У нас такая погода. В Москве снегопад. Такая вот история. Все, идем к Андрею Миронову. Вот свечку поставил, дорогие друзья, прям, знаете, так вот вы почувствуете это, вы должны это почувствовать, прям так, ну, попросил он это сделать нас, попросил 100%. Я никогда такого не делал, свечку за упокой, там, в церковь, я никогда этого не делал. А вот сегодня это что-то. Мы развиваемся с вами, он попросил нас.
по поводу белых роз. Я на самом деле не знал, это Анютка мне. Всем привет от Ани. Да. Она мне говорит, белые розы надо Андрею Миронову. Я говорю, а что такое? Значит, последний спектакль, который он играл, он назывался «Белые розы, розовые слоны». Кстати, его даже можно посмотреть. Он присутствует на просторах интернета, да. Так что вот, Аню, спасибо огромное, да. Ну вот смотрите, у меня две белые, а одна, это вот фуксия, мне захотелось. Сейчас люди будут говорить, ой, ты что, такой дурак, нужно там... Какое там, четное или нечетное количество? Ну, да, если вам кто-то там приказывает, вы под кем-то, да, делайте так, как вам говорят. Вот, у нас своя голова на плечах. Так что вот про белые розы, да. Так, а мы вот пришли как раз уже. Вот пришли мы к захоронению Андрея Миронова. Всегда мы будем помнить его роли, смотреть фильмы. «Бриллиантовая рука» просто потрясающе. Как он играет, как он танцует, поет. Это просто невероятный был человек. Я его просто обожаю. Ну, все мы его любим, дорогие друзья. Вот от нашего канала, от канала «Твоя душа», вот мы ему такой букетик принесли. Спасибо Андрею, да, что он был, что он есть и он будет. Без него бы, конечно, кино, да, просто невероятный человек. Ну вот, значит, мои дорогие друзья, побывали мы на захоронении. Завтра день рождения у Андрея. Кто первый раз на канале, у нас канал не о том, как там мы ходим на захоронение знаменитостей. Нет, вот, не блогеры, которые вот сейчас ходят, сейчас мода такая. Меня зовут Ильичев Антон, и я являюсь волонтером по уборке заброшенных могил. Я на кладбищах убираю заброшенные захоронения, которые уже не посещают или родные забыли, да. У нас канал об этом. Вот, кстати, захоронение, вот это вот на Ваганьковском кладбище. Кладбище вот меня троит, кто канал смотрит давно. Меня троит все время по гости на кладбище. У нас сейчас нет погостов, ошибся я. Вот захоронение девушки вот этой. Мы его убираем с вами, да. У нас на Ваганьковском много могил, которые мы убираем, много заброшенных. Вот одно из них. Да. Тут тоже там убирается зимой, приходят люди. Необычный сегодня такой день. Прям вот насчет свечки вот этой, прям вот эта свеча, мне вот прям что-то она так. Да. Ну что, сегодня вот такое видео. Всех благодарю, кто смотрит канал, кто поддерживает его. Вы мои друзья. Я вас всех люблю очень сильно и ценю. Потихонечку прощаюсь. Всем счастья, здоровья, берегите своих близких, любите свою семью и будьте счастливы. Пока, пока, пока.